Следователем Главного следственного управления ГУМВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, занятие высшего положения в преступной иерархии. 6 января 2021 года сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами уголовного розыска и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Новосибирской области, а также регионального УФСБ России ГУФСИН при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Новосибирской области подозреваемый был задержан. В ходе обысков по его месту жительства изъяты мобильные телефоны, банковские карты, возможно, имеющие доказательственное значение для расследования.